Здравствуйте, уважаемые посетители портала armtor.ru, журнала «Вестник арматуростроителя». Мы продолжаем серию видеорепортажей с выставки «Газ-нефтехнологии. Город Уфа». И сегодня представляем вашему вниманию интервью, эксклюзивное интервью с производителями качественной, надежной трубопроводной арматуры компании «Термовент», которой интерес представляет компания «Ист Энерго Групп». На наши вопросы сегодня будет отвечать генеральный директор компании «Термовент» Александр Черногорец, который расскажет о заводе, о продукции и, конечно, о последних новинках предприятия. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, рада вас приветствовать на стенде, Мирослав. Спасибо. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашем предприятии. Из России приезжали к вам в гости наши коллеги, очень впечатлились. Но хотелось бы о вас услышать, что собой сегодня представляет завод «Термовент». Наша сарадня с русским тржищем, с русским партнерами. Мы работаем на российском рынке уже много лет. Здесь отношения между Россией и Сербией довольно тесные и постоянно развиваются. Мы с большим удовольствием принимаем у себя гостей, рассказываем потенциальным заказчикам о своем производстве. Наша продукция стопроцентно сербская, из собственных материалов. Все производится на нашем заводе. Это высокое качество, оптимальные сроки и приемлемые цены. «Ист Энерго Групп» является нашим партнером уже 7 лет. Все это время мы поставляли нашу арматуру, но сейчас мы заключили договор, что будем сотрудничать их в производстве. Часть работ будет выполняться в Сербии по заказу «Ист Энерго Групп», а часть будет делаться на российском рынке. В общем, наше сотрудничество динамично, мы постоянно стараемся делать вместе что-то новое. Господин Александр, расскажите, пожалуйста, о новинках вашей компании. Мы знаем, вы не стоите на месте и постоянно предлагаете своим клиентам новые виды и образцы арматуры. Есть, когда вы знаете, как у производства. Мы правы. Мы, чтобы удержаться на рынке, должны расширять свою программу. Мы здесь работаем более 10 лет, следим за тенденциями и в соответствии с ними развиваемся. Мы известны в техническом мире как производители запорной арматуры. Но в какой-то момент приняли решение, что надо работать и в сфере регулирующей арматуры. Мы разработали новую линейку, и заказчики остались довольны нашим подходом. Теперь мы можем предложить каждому заказчику, который покупает оборудование для своего энергоблока, более широкий диапазон арматуры. Недавно мы купили еще один новый станок, благодаря чему увеличилось качество и экономичность производства до 5 раз. Всю информацию об этом можно найти на нашем сайте. Александр, вы сказали, что вы разработали новый тип регулирующей арматуры, и он уже у вас, я так понимаю, были поставки в России. Расскажите, кто уже воспользовался возможностью использования вашей арматуры из конечных потребителей, теплоэнергетиков? У нас есть опыт поставки запорной арматуры более чем для 10 заказчиков на российском рынке. Оценки только положительные. Поставки регулирующей арматуры идут на Якутскую, Сахалинскую, Верхнетагильскую ГРЭС. Отзывы тоже очень хорошие. Замечательно. Спасибо вам большое за встречу, за уделенное время и, конечно, новинки вашего предприятия. Наш портал, напоминаем, публикует постоянно ваши новости и то, что вы говорите, уже было опубликовано, и читатели могли ознакомиться. Остается задать только один вопрос. Ваши планы на 2016 год? По 2016, сейчас мы уже на половине 2016. Если говорить о первой половине 2016 года, то, конечно, заметен кризис и во всем мире, и в Европе, и в нашей отрасли. Но мы уверены, что вместе с нашими партнерами из Энерго Групп мы преодолеем все трудности. Будем работать над локализацией, заменой импорта, будем наращивать объем. Спасибо вам еще раз большое за встречу. Напоминаю, уважаемые зрители, вы смотрели видеорепортаж со стенда «Ист Энерго Групп» и компании «Термовент», генеральным директором компании «Термовент» Александром Черногорцем, который рассказал о последних событиях, новинках компании, конечно, планах на российский рынок. Спасибо вам большое, господа. Удачи. Спасибо большое. И до новых встреч. Спасибо. Всего доброго. Удачи.